Меня зовут Анатолий Данченко. Я турист, путешественник. Я объездил пол России. И могу вам сказать, что у нас потрясающе красивая страна. Но, чтобы добраться до интересных мест, нередко нужны дни или даже недели. А в Ленобласти почти всегда можно уложиться одним днем. Мой маршрут начинается со станции Пюхаярви. Так называлась станция Отрадная около 100 лет назад. И в то же время эти места были тесно связаны с шоколадной фамилией Фацер, или Фазер, как говорят у нас. Отец будущего шоколадного магната надеялся, что сын будет продолжателем его дела и станет меховщиком. Но Карл Фацер настоял, что будет кондитером. Поехал учиться в Санкт-Петербург, стажировался в Европе и в 1891 году открыл свое франко-русское кафе. «Берта, Берта, дорогая, выйди к посетителям, прошу тебя!» – умолял Карл Фацер свою жену. Берта, очарованная застенчивым Карлом Фацером, думала, что после свадьбы будет заниматься детьми и домашними делами. Но, как видите, вышло немного иначе. Она стояла на кассе, общалась с посетителями кафе, украшала витрины к праздникам. В общем, была компаньоном мужа во всех его начинаниях. Итак, в 1918 году Фацеры приезжают на нашу станцию и покупают местную усадьбу Таубела. Ныне это поселок Плодовое. Усадьба, как и железнодорожная станция, располагались на берегу Пюхаярви, что в переводе означает «святое озеро». Почему же оно святое? Оказывается, топоним Пюхя языческого происхождения. У древних карел это означало «пограничный», «конечный», «крайний». То есть место, где заканчивается путь. Применительно к Пюхаярви это означает, что озеро является последним на водном пути из Ладоги. Вокзал и усадьба, к сожалению, сгорели во Вторую мировую войну. Но все-таки кое-что из наследия Фацеров осталось. Туда я сейчас и направляюсь. В начале 20 века во всем мире газовые лампы и свечи заменялись лампочками Ильича. Карл Фацер вложился собственными деньгами и перестроил мельницу 18 века в современную ГЭС. В его усадьбе, а также на железнодорожной станции появилось освещение и телефон. И все окрестные дома захотели подключиться к его гидроэлектростанции. Но мощностей речки уже не хватало. Тогда Фацер строит еще одно здание и ставит туда локомобиль. Это паровая машина, совмещенная с электрогенератором. В результате Великой Отечественной войны генераторный зал сильно пострадал. Двухэтажное здание мельницы сгорело, но локомобиль остался цел и давал электричество вплоть до 1964 года. К сожалению, позже
Из-за строительства более мощных гидроэлектростанций наша ГЭС была заброшена и постепенно стала разрушаться. Но 23 мая 2023 года наша мельница была принята на кадастровый учет. Теперь у нее и новое название – «Мельничный ручей». И я очень надеюсь, что и новая история. Речка Пионерка раньше называлась Пиканьёки, вероятно, по фамилии древних местных жителей Олафа Пикко и Симона Пикко. На моей лодке речка проходится за 3-4 часа. Пионерка впадает в озеро Киимаярви, что в переводе «проточное озеро». Через него вода протекает в систему озер Вуокса, а затем попадает в Ладогу. А современное название озера – Комсомольское.
хорошая. Вот на этом месте я хотел и закончить этот выпуск. Конечно, рассказать, что Ленобласть – изумительно красивый край, и за каждым камнем, речкой, скалой притаилась история или легенда. А затем красиво облететь остров и уйти в закат. Но все пошло не по плану. Ища информацию о достопримечательностях, я наткнулся на любопытную историю об одном камешке. Звучит она так. Прямо на берегу озера Киима-Ярви с древних времен лежит жертвенный камень, и всяк рыбак, поклоняясь водному богу Ахти, оставляет жертву ему на камне. В интернете много всего пишут про этот камень. Но кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Кунсткамеры Станислав Викторович Бельский мне ответил, что ничего не знает про этот камень, и про него нет никаких достоверных легенд. Так что же, этот камень фейк? А я так хотел связать этот жертвенный камень с соседней деревней Соловьевка. Довоенное название Нойнтерма. Ноид – ведьма, ма – земля. Но опять-таки, скорее всего, это совпадение, и название переводится, вероятно, как «земля Нойтера» – древнего жителя. Но точной информации я не нашел. Станислав Викторович Бельский предположил, что, возможно, «земля ведьм» как-то связана с легендой об основании Каневецкого монастыря и Сартан-Лахти – чертовой бухты, расположенный рядом. Но об этом я расскажу уже в следующем выпуске и на новом маршруте. Не забывайте путешествовать по Ленобласти и подписывайтесь на канал. Все только начинается!